Корреспондент спрашивает у директора дурдома, а по каким критериям, говорит, вы определяете, что человек здоров и может вернуться к нормальной жизни в человеческом обществе? Ну, мы набираем ванну воды и ложим, значит, рядом ложку и большую кружку. Корреспондент радостно. Ну, понятно, что каждый нормальный человек возьмет кружку. Да нет, нормальный человек вынет пробку.